Свято-Троицкий и Дивеевский монастырь в Рождество засиял праздничными огнями. Деревья украсили светящимися сосульками и снежинками. На улицах установили фигуры с иллюминацией и ледяную горку для детей. Главный новогодний атрибут – нарядные елки – поставили буквально на каждом углу. Вечером территория обители напоминает сказочный сад. Каждый может здесь погрузиться в атмосферу благодати, прогуляться по еловому тоннелю под звуки духовной музыки и загадать желание. По традиции к празднику устанавливают вертеп – композицию, которая воспроизводит сцену рождения Иисуса Христа. Вокруг младенца – фигуры Богородицы, Иосифа и животных, а венчает картину Вифлеемская звезда. Рождество считают одним из самых семейных праздников. В монастырь многие приходят целыми поколениями. Родители с малых лет прививают детям традиции православного христианства. Каждый год мы приезжаем сюда посмотреть вот здесь именно вот эту красоту. Как это, я не знаю, для души, наверное. Благодать от этого праздника, что родился наш Христос, наш Спаситель, наш Учитель. И все люди очень хотят здесь побывать, потому что это самый такой светлый праздник, самый радостный. И для детей особенно, потому что они всегда получают на Рождество подарки. Тут все красиво, что Рождество все объединяет. Так красиво, все зрелищно, да. И в душе светло и чисто. Конечки здесь красивые. И на горке кататься. Ежегодно в сочельник в Дивеево приезжают сотни верующих со всей России и стран ближнего зарубежья. Люди преодолевают десятки, сотни километров, чтобы встретить Рождество в святом месте. Решили, что в такое место обязательно надо сходить. Ну, не прогадали, красиво очень. Из Москвы мы приехали. Даже здесь красивее, чем там. Я приехала из Нижнего Новгорода. И, в общем, как бы сказать, приезжаю я или на 13-е, на 14-е, на день рождения Серафима Саровского. И вот в это, а сегодня решила приехать в этот день. Очень торжественно, радостно. Приехали, да, с Беларуси. Мы уже второй год здесь. В том году были в сочельник. Вот. Ну, как сказать, так чтобы коротенько душа зовет, одним словом. Очень красиво, у нас в Беларуси такого нету. С приходом Рождества наступили святки – период народных зимних праздников. Они продлятся до Крещения Господня, которое православные отметят 19 января. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.